Вася, добрый день. Кто у нас выплачивает? У нас есть 18 мембров комиссии. Ордіння здійснює, якщо аналі готують, то при прийнятті Москва-Дубовій Часарі іскопу прийняті рікунці 6 організаційів, аналі готують по риску вкону івентуалі інфекціонації, вектор марі, топілі за хлізі, кентро асигурали, мізері, сігурші і мафінсі, галакрова, діакумулари, аязвора. Рапортори Георгій Сандрій. Что работает в секретарь комиссии? Вячеслав Иванович. Вячеслав Иванович Косенковский, рапортер. Что мониторинг состояния уровня воды на городских, на городских водоемах, на Комсомольском городском озере, на тех, где есть спасатели, и силами спасателей начался 7-3-18 года. Ежедневно шла мониторинг и получение информации о состоянии уровня воды и стабильности ситуации. Так, на 7 марта уровень воды на городском озере был на толщине скоростного на высоте скоростного устройства толщина льда составляла 18 сантиметров. На Комсомольском озере ниже скоростного на 45 сантиметров. До слива 45 сантиметров оставалось. Значит, по состоянию на 12 и на Комсомольском озере такая ситуация, в принципе, остается 45 поднялась до 20 сантиметров, до 20 сантиметров больше не повышалось. На городском озере 13 марта вода подошла до переносного устройства и толщина слоя, которая шла через перепускное устройство, составляла максимум 5 сантиметров. На сегодняшний день этот уровень дошел до неполных 2-3 сантиметра, в зависимости от того, где замерялось. Значит, из это на сегодняшний день. За весь период каких-либо ситуаций, которые требовали бы срочного вмешательства по уровню воды, не наблюдалось. Но так как я докладывал на обратном совещании коммунальщиков, была нарушена ограждение, было нарушено одно из ограждений озера, моста на городском озере. Начало предприятия, у нас сейчас останавливается водопровод, и вроде эти сегодня будут закрыты, эта информация пока сейчас не будет. Значит, на Комсомольском озере никаких процессов. А что в том жилом районе, где дома затапливало часто? Какая это улица? Значит, ситуация, это не связано с состоянием. Для вас не связано, а для меня связано. Не связано с городскими озерами, но по жилому массиву, по территории города. Сколько воды вы откачали там? Значит, три раза откачивали. Первый раз 176, второй 145, в пятницу откачали 111. Вы МЧС обращались в помощь? Мы обращались в МЧС. Пока у них не получилось, с выделением техники не справлялись своими силами. Мы обращались в Тушиновский МЧС. То есть помогать людям это не их обязанность, да? Разрешите, выехали мы на место, была комиссия, там полностью уровень по 10 сантиметров на огороде был. Для того, чтобы поставить, у нас нет того возможности поднять эту воду с такого уровня воды. У нас плавающий, например, насос есть ДКС-2, не надо, ДКС-2. Он плавает и не может. Клетчатка цепляет за землю, понимаете, он углубляется чуть. И перекинуть воду на 300-400 метров нет возможности, он не дает такого давления.
Мы были там неоднократно, мы выезжали, комиссия туда выезжали, смотрели, как бы. Проблема в том, что мы предложили вариант прокопать траншею, углубиться, вот там люди прокопали, вода начала сразу стелить. Прокопать вдоль забора траншею, и вода пойдет по течению, сама уйдет. Мы им такое предложение сказали, потому что такой вариант невозможно перекинуть на 300-400 метров от воды. Вячеслав Иванович, куда делать? Вакуумная машина тоже. Мы сделали приямки, и с этих приямков откачивали воду. Я объяснялся, что если нужно будет опустить туда какую-то емкость металлическую, чтобы клетчатка не цеплялась за землю, то можно в тот ямок опустить и емкость. По вопросу того, что удалить на 300-400 метров, шланги по горизонтали давления, высота столба не имеет значения. Есть показатель насоса, высота подъема вверх. А по горизонтали оно уже идет дальше. Но рыть канаву, так как предлагал МЧС, рыть канаву и лишить возможности людей полностью двигаться при ширине 4 метра от столба до столба, и там еще прорыть канаву с обрушениями, дорога бы стала... Вы справились своими силами. Ну как, на сегодняшний день, на сейчас, на сегодняшнее утро вода поднялась, собралась, но до верхней точки она уже та, что было в предыдущие разы, она не поднялась почти на 10 сантиметров, там 8-10 сантиметров. То есть, как мы тогда формулировали вопрос, что вода вот-вот могла перейти в воду, зайти в воду, этого сейчас нет. Но вода на подвиде, во дворе есть еще. По поводу рек и озер. У нас в муниципе Бельц чистится 19 озер. 4 озера у нас чистится в самой муниципе Бельц, 4 озера в Садов и 11 озер у нас чистится в селе Елизаветовка. По последним данным, в селе Елизаветовка было осушено 7 озер, они переведены в пастбище очень давно. И по последней проверке 2017 года удовлетворительное состояние гидротехнических сооружений. Как бы принять они воду еще могут и содержать ее в себе, чтобы не дать разлиться. В случае уже сильных паводковых вод, не дай бог, у нас есть подработанный план, я передам копию плана, по вывозу людей из зоны чрезвычайной ситуации. Есть маршруты, есть автобусы, которые входят в муниципальным советом власти. И согласовано со всеми школами, куда люди будут раскладываться на время того, как пройти палатку. Да. У вас под контролем. В принципе, если... У меня есть вопрос, как бы каждый год под председателем ТЧС создавалось распоряжение по контролю гидротехнических сооружений озер. Туда приглашались, туда Апель Молдова, экология, приглашались мы и службы города для того, чтобы все время держать мониторинг и держать под контролем гидротехнические сооружения. В этом году как бы мы ждали нету пока на сегодня. Будет, значит. Дальше. Мы такое распоряжение готовили, когда было до наступления засухого периода. Прошлого года я что-то не знаю. Есть, я покажу, у нас даже акты есть. Нет, было не распоряжение примаря, а распоряжение писателя Качеева. Ну, так, уже как бы... Что, распоряжение, когда была угроза на подтопление, мы создавали распоряжение примара. А сейчас, когда это в рамках КЧС, то это не хорошо. Не разберемся. Вопросы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.